Давай, посади его сюда, Ром. Вот сюда. Сюда? Да, прям сюда садишь. Давай-ка я его сниму. Это вот импуза, которую мы поймали у полиса. Сейчас немножко поснимаем, да, и отпустим. Мы вот привели сюда этого богомолчика. Он называется импуз. Его он называется комполос. Ладно, это была шутка. Его зовут импуза. Подожди-ка, Ром. Давай вот так на тебе сниму. Так лучше фокусируется. Сейчас, подожди, да, я его сниму, если что. Вот так вот руку подними. Очень необычная внешность у него такая. Давай-ка сейчас его на листочке где-нибудь снимем. Вот он. Да, что-то, пап, это, наверное, все животные сейчас будут. Да, вот. Вот, пап, что они все прыгают так? Не знаю. Он сказал, вот так, он прям вот так мне прыгает. Он прям свой кошек прыгает, видел, пап? Так вот выглядит импуза. Нимфа. Очень такой необычный богомольчик. Ладно, сейчас я его на фотоаппарат пофотографирую и отпущу. Сейчас я его на фотоаппарат пофотографирую еще и отпущу. Ладно, пойдем. Пускай вот там где-нибудь по кустам лазит. Смотри, я вам сюда на ветку его посажу. Вон он. Все, пойдем, Ром. Пускай живет. Так, сейчас вот этот камень я перевернул, и под ним была довольно крупная скалопендра, сантиметров под 10. Сейчас я его... Она опять под него заползла. Сейчас еще подниму. Отойди, Ром. Вот она. А вот маленькая скалопендра. Ну это вообще. Она большая скалопендра. Какой же это домашний большой? Много, очень больно кусается. Укус будет очень болезненный. Не то, что это паука, но это вообще будет болезненный. Ну, конечно, не 10 сантиметров, но сантиметров 8 она, наверное, есть. Вон она, видишь, взрывается. Тут была еще маленькая
важно. А где то тут ганка есть? Можно я ее как-то посмотреть? Аккуратно тут. Она может залезть. Сейчас она вылезет. Ладно, пускай прячется. Сегодня, наверное, самые большие волны. Вот нашли раздавленного ежа. На него человек наступил. Да, ушастый еж. Не знаю, Ром, может, человек наступил. Вон у него там рот. Да, какие у него глаза. Клыки. Только не трогай, Ром. Глаза по мне видно. Да потому что он уже, видишь, частично сгнил. Да, ну вот и ушастого ежа нашли, пускай и мертвый. Видно, такой относительно свежий труп. А где-то я нашел. Да. Ладно, пойдем.